издаются свидетелями не самые обычные планерки группы компании «Тарито». Дело в том, что в каждой школе... Выключили все залоками, не у нас. Планерки группы компании «Тарито». Дело в том, что каждый школьный... Телефон. Когда ты работаешь? Дело в том, что каждый школьный каникул группы компании «Тарито» ставит специальный школьный поезд. Куда едем этой весной? В Ярославль. Выезжаем 27 марта. Что следующее? 28 марта мы прибываем в Ярославль и размещаемся в комфортабельном отеле. После мы полдня знакомимся с Ярославлем, а дальше мы едем... Ну вот сюда поставь, на Ярославль. Кострому. Два древнерусских города за один день. Очень насыщенная программа. Вечером этого же дня снова собираемся в Ярославле. Школьники из Санкт-Петербурга и Ярославля встретятся на совместном концерте. Я думаю, мы зажжем точно так же, как в прошлом году во Владимире. Прошлой осенью. Это осенью. Да, это было супер. Нас ждет вкусный ужин и отдых в гостинице. На следующий день, 29 марта, на комфортабельных автобусах поедем на обзорные экскурсии в Ростов-Великий и Переславль-Залесский. И снова два старинных города за один день. И снова очень насыщенная программа. И ребята узнают много интересного, и бывают настоящие сказки. Вечером мы возвращаемся в Ярославль, ужинаем и отправляемся в Санкт-Петербург. 30 марта возвращаемся в Санкт-Петербург. Это тут два раза Санкт-Петербург. Итак, безопасность. Наш специальный поезд сопровождает менеджеры компании «Таритур», медики и сотрудники полиции. Автобусы на всех экскурсионных маршрутах соответствуют всем последним требованиям. Весь маршрут мы инспектировали сами. А как организовано питание? Завтраки, обеды и ужины в кафе города. На чёрном гостинице Ярославль, это, конечно, очень круто, но ведь это удорожает наш проект. Нет, нисколько. Какова стоимость для школьников? 11 900 рублей. А для школьника до 10 лет 11 490 рублей. Руководитель группы от 10 человек едет с нами абсолютно бесплатно. То есть даром. Друзья, вам не кажется, что цена слишком маленькая? Четыре города, автобусные экскурсии, полное питание, ночь в гостинице. Я настрою сейчас. Мы себе можем это позволить. Мы себе можем это позволить. Группа компании «Таритур». Что-то ты меня подправила, наши менеджеры. А вы должны предоставить камеру или не должны? У нас классный сейчас мы решим. Да. Сейчас мы это решим. Мальчишек и девчонок. Гипноз такой.